Добрий вечір. Вітаю усіх, хто у цій порі з нами. Сьогодні гість програми «Акценти», директор фонду «Brain Basket» Володимир Люлька. А говорити будемо про розвиток IT-технологій в Україні. Вітаю вас, Володимире. Добрий вечір. Для тих, кому, можливо, ваше ім'я не знайоме, хочу трошечки про вас розповісти. Ви є випускником кафедри теорії та технології програмування факультету кібернетики Київського національного університету. У 2001 році закінчили університет, маєте більше 10 років досвіду керування IT-компаніями, переможець конкурсу «Кращі українські IT-директори» в 2012 році, нині є директором фонду «Brain Basket» і займаєтесь залученням інвестицій в сферу IT-освіти України. Все правильно, так? Я прочитала в інтернеті, що ціль фонду, який ви очолюєте, це допомогти в підготовці 100 тисяч IT-спеціалістів в Україні до 2020 року. Правильно. Можете нам розтлумачити, чому це є важливим з вашої точки зору і в який спосіб ви плануєте це робити? Спасибо. Ще раз добрий вечір. Привіт, Черкаси. Як я вже говорив сьогодні на встречах, що 93-го року тут не був. В этом замечательном городе, я еще на Черкащине, поэтому рад спустя много-много лет, 22 года прошу, вернуться сюда. Вот. И для меня как бы, этот регион такой же важный, как и другие регионы Украины, как и сама страна. И люди, которые живут в Украине и в Черкасской области, в Черкасах, они все заслуживают на лучшую жизнь. Почему я начинаю с этого? Потому что задачи фонда и мои личные, как человек, который отвечает за успех проектов, это не столько учить новым технологиям, рассказывать, что такое iPhone, интернет, что такое Windows или язык Java. Наша задача — давать людям второй шанс в жизни. Мы хотим, чтобы те украинцы, те люди, которые не могут себе позволить купить новую одежду, прокормить своих детей, те люди, которые никогда не заплатят там, и тысячи гривен при тех счетах, которые они получают сейчас от правительства, от коммунальной услуги, тем более, никогда не смогут себе оплатить новое образование, какие-то курсы, там, обучиться чему-то новому. Исходя из того, что Украина имеет сильный потенциал, наши люди, то есть страна и люди, я в первую очередь ставлю акцент на людей, народ. Будучи в составе Советского Союза, будучи уже сейчас независимыми, мы всегда имели сильную технологическую базу, учебную, да, то есть образовательную базу. Сильные вузы, сильные институты, сильная профессура. И даже при том, что у нас много эмигрировало там, при Советском Союзе, после распада Союза, у нас всегда были хорошие преподаватели. Я не жалею, что закончил классный вуз, один из ведущих. И при всем том, что меня за 5 лет там, до выпуска специалистом меня загружали около 15 математик разных и много теорий, которые мне в жизни не пригодилось и не пригодится. Меньше было прикладного всего. Тем не менее, я горжусь, что я закончил этот престижный вуз и общаюсь с преподавателями и наблюдаю за успехами новых выпускников. Но, несмотря на то, что Украина имела всегда очень сильную техническую базу, капитал, сильный человеческий капитал, интеллектуально. Тем не менее, страна у нас находится, мы пришли к тому, где мы есть сейчас. Это война с соседями справа, это разрушенная экономика, и мы еще, с моей точки зрения, дна не достигли. Есть в Украине две отрасли, которые, по моему мнению, мнение наших единомышленников и моей команды, две индустрии, которые растут, несмотря на войну, несмотря на что. Это IT-сектор, IT-индустрия и сельское хозяйство. Agriculture and IT-industry. За сельское хозяйство, факты пусть лучше предоставит человек, который я хорошо знаю, это Алексей Павленко, министр агрополитики. Вот. И там растет экспорт, растет индустрия. Вот. Я бы говорил за IT. IT-индустрия. И наши текущие эти специалисты, их порядка 100 тысяч в стране уже. Там, то есть их было там, чуть меньше в том году, когда мы начинали фонд. То есть фонд был образован в апреле 2014 года IT-активистами при поддержке Виталия Кличко. Он в Киеве дождался, да, при поддержке мэра, при поддержке тогда министра экономики Павла Шеремета.
То есть решили создать фонд, который бы влиял, развивал сферу IT-образования. То есть фокус – это IT-образование. Потому что у нас образование в целом в стране достаточно широкое понятие, а мы там сейчас за IT. В який спосіб це можна розвивати? Це запроваджувати якесь навчання, починаючи зі школи, чи, можливо, навіть з дитячого садочку? Це якісь курси організовувати? Так, так, так. Є різні способи впливати на розвиття цієї індустрії. І треба розуміти просто, чого ми відталкуємося і де ми хочемо бути. Тобто, яка наша візія, яка ця картинка впереді. Що ми хочемо? Да? Зачем експериментувати над бідною країною, якщо ми можемо робити хуже? Як говорять, якщо не можешь помочь человеку там до конца, лучше не помогай вообще. Не давай ему надежды. Мы посчитали, что при текущем капитале, при текущем объеме экспортных инвестиций, то есть эти отрасли сейчас генерируют 2,5 миллиарда долларов экспортных инвестиций в страну. А мы хотим 10 миллиардов долларов, наш фонд, помочь стране достичь уровня 10 миллиардов долларов к 2020 году через создание новых 100 тысяч специалистов. Почему 10 миллиардов, почему к 2020 году и почему именно 100 тысяч? Очень простой расчет. Есть прогнозы от мировых аналитических агентств, как Gartner, IDC, Forrester, о том, что к 2020 году будет нехватка в мире 5 миллионов специалистов IT, в Европе 900 тысяч, почти миллион, в Украине 100 тысяч. Индустрия IT растет, 15 тысяч новых специалистов вакансий каждый год. То есть мы растем, война, мы растем. У нас инвестиции идут. Джордж Сорос проинвестировал недавно в Украину. Это первая инвестиция его в Украину. Не в реформы, а в Украину. В IT-сектор был выбран. Компания Sigvum, которая имеет датские корни, но украинцы работают здесь. Джордж Сорос дал понять всем, инвестируйте в страну, инвестируйте в IT. Что мы делаем? Мы, как фонд, стимулируем развитие IT-образования, как вот зонтик, наша эмблема, кроме вот этого замечательного двух человека на моей футболке. У нас есть эмблема «Зонтик». Мы как над всеми. Мы фонд, инициатива, мы как движение, организация, которая объединяет всех. Мы дружим с учебными центрами, мы дружим с IT-компаниями. То есть мы ни с кем не конкурируем, мы благодейная организация благотворительная, неприбыльная, которая работает с партнерами, с донорами, с компаниями, привлекает инвестиции, привлекает пожертвования, донейшн, и реинвестируем в различные проекты, в основном связанные с IT-образованием. Так вот, мы решили, что при всем том, что в Украине есть много недооцененных людей, которые по какой-то причине выбрали не ту профессию и стали филологами, историками, они тоже нужны. Нужны, как бы, все профессии важны, все профессии нужны. Но не все профессии сейчас хорошо. У нас, не все у нас, скажем, сегодня на рынке. Конечно, работы. Отрасль в стагнации, многие отрасли в стагнации. Мы говорим, можно сказать, банковская сфера, да. Половина банков уже закосили, то есть у нас ликвидировано почти 60 банков, и еще будет идти очистка рынка. Я не говорю, что у нас банк плохую политику ведет, или Валерия Гонтарева что-нибудь так делает, не мне судить. Но банковских сотрудников, уволенных, сокращенных, очень много. Юристы меньше востребованы, экономисты меньше, инженеры, преподаватели, учителя, это очень много людей. И эти люди, они не только в Киеве или в Черкасах, они находятся по всей Украине, в райцентрах, в селах, в областных центрах, в городах, 100 тысяч плюс населения. Поэтому то, что мы делали до этого и пришли сейчас, фонд в апреле этого года был год, сейчас уже будет полтора года. То есть мы все это время, мы, получается, делали некоторые проекты, мы проверяли, как можно запустить что-то масштабное, делая небольшие проекты. Вот один из таких проектов, который дал возможность и родился масштабный национальный проект «Технологическая нация», это был проект, называется «Coding for Future», «Программуй для майбутнього». Этот проект был запущен в ноябре прошлого года, как дал старт нашим основным программам образовательным, которые мы бесплатно, у нас основной акцент, и запомните, мы бесплатно учим всех людей. Базовое образование должно быть бесплатно. Это догма. Нельзя брать деньги, нельзя заниматься коммерцией, там, где говорится про базовое образование. Если мы говорим про профориентацию или переквалификацию человека с одной отрасли в другую. Будут заниматься коммерцией учебные центры, которые доучивают, которые доквалифицируют и так далее. Соответственно, мы запустили проект совместно с Министерством обороны и с Державным фондом занятости в ноябре прошлого года. Мы взяли самую социально незащищенную группу людей, которые там на тот момент и сейчас так и есть. Это переселенцы и ветераны АТО.
И сказали, что мы будем учить этих людей бесплатно профессии айтишника за короткий срок. То есть мы отобрали там за 3 дня, потом закрыли регистрацию, потому что поток был бешеный. 600 заявок, из них пособеседовали. Людей отобрали 70. Это был пилот, это была пробная как бы фаза. И 70 человек пошло учиться. Мы начали с Киева, потому что чтобы нам было легче коммуницировать и потом уже масштабироваться. 70 человек пошло учиться в учебные центры, наши партнеры. Мы пришли к учебным центрам коммерческим, их 50 по Украине. Мы там общаемся с 20, сказали, так, ребята, вот у нас такая программа, давайте свой вклад в развитие этого проекта, бесплатно возьмете по 1-2 переселенца, ну там, у наших студентов. Таким образом, мы за 3 месяца, начиная с января, с февраля, обучили профессии тестировщика ПО, ну то есть тестировать программное обеспечение. Самый простой вход был и есть в IT-отрасль, это вот проверять, как работает программа. То есть называются люди тестировщики. Я перепрошую, я хочу зробити акцент, що ви не лише навчили, а ви фактично забезпечили роботою, правильно? Правильно, но очень важно отметить, что наш фонд, мы не являемся рекрутинговым агентством, мы не HR-компания, мы не трудоустраиваем, мы не гарантируем трудоустройство, и никто не может гарантировать, как человек себя продаст на собеседовании. Мы учим бесплатно, лучших выпускников рекомендуем в IT-компании, и не только. Это большое заблуждение, что программисты нужны только в IT-компаниях. Есть же другие отрасли, тоже сельское хозяйство, где эти технологии постоянно проникают каждый день. Туда тоже нужны недорогие для начала эти специалисты. Поэтому мы туда устроили, среди там 68 человек выпустилось из 70, двое не доучилось. 40% людей туда устроились. Это очень хороший показатель. У нас есть видеоролики, записанные на нашем сайте brainbasket.org. Это наш такой портал. Там все для тех, кто хочет стать айтишником. Это профориентация, это тестирование, это ролики, это мотивационный контент. И вот там есть история успеха девочки, которая, ребята, никогда не программировал, никогда не знал, что такое там, ну знал, что такое компьютер, да? Но никогда не верил, что так может быть. И он стал этим специалистом и нашел работу за $300-400. Давайте умножим на сегодняшний курс там 25. А жил он, например, там, в Луганске где-то, или в Харькове, или там, предоплатит там 2000 гривен или 3. Вот и ответ. То есть индустрия растет, востребованность к IT-специалистам растет. На рынке сейчас есть некое перенасыщение IT-специалистами в Украине, но есть технологии определенные, на которые есть спрос всегда. То есть если тестировщиком стать легко, и все пошли учиться тестировщиком, это факт. И сейчас конкурс там 300 человек на одно место. Ну, потому что нам учебные центры выпускают много тестировщиков, люди немножко заблудились, да? Вместо того, чтобы учить там разработку под мобильные приложения, там, для айфонов, андроидов, для того, чтобы учиться сайты делать, мы пойдем тестировать ПО. Заплатили там 5000 гривен или 3000 гривен, но теперь не можешь найти работу. Поэтому мы это отслеживаем как фонд. И мы уже во второй волне вот этой программы для майбутнього, мы запустили уже вторую волну. Она начинает, как бы, это не Technology Nation, я говорю, это отдельная программа социальная, которая дала, как бы, возможность масштабироваться в Technology Nation. Но мы сейчас будем учиться совместно с компанией Vodafone, это бывшая МТС, они выступили партнером фонда, и совместно с объединением учебных центров, и такой ITEC организация, такой IT Education Community, мы открыли 200 студентов, начнут учиться уже по 5 городам, миллионникам, ну, там, прифронтовые города. Профессия уже не тестировщика, понятно, а это программист на PHP, Java и C++. То есть более популярные и востребованные. Тоже бесплатно. И благодаря этому проекту у нас появилось видение, у меня появилось лично, как у менеджера, руководителя, картинка у моей команды, как мы можем обучить по всей Украине уже, в каждом областном центре украинцев эти профессии. Мы говорим о том, что в нашу программу пойдут люди, которые... Ну, все хотят учиться чему-то новому, а еще и бесплатно, так, а еще и популярная специальность. Но очень важно понимать, что рынку 100 тысяч специалистов сейчас нашему украинскому рынку вот прямо сейчас не надо. Нам и 20 тысяч не надо. Нам необходимо, чтобы, когда программа начнется, будет естественный отбор, отсеивание. Мы понимаем, что привлечь в программу мы сможем 200 тысяч. Ну, мы открыли регистрацию, надо неделю, вот 3 декабря, 13 тысяч заявок. А начнут учиться с 1 марта только 22 группы по одной в городе, группа 15 человек. То есть 330 студентов начнут учиться. Это первая фаза проекта Technology Nation в каждом областном центре. Затем мы открываем новые и новые. До конца 2016 года мы откроем 100 учебных центров на базе библиотек. Мы взяли библиотеки, это очень важно, социальные такие объекты, и будем возвращать им славу центра знаний, наполнять их
лучшими там, образовательными программами. Очень важно, что в эти библиотеки пойдут все, кто больше всего в этом нуждается. А наши критерии таковы. Это люди, которые уже имеют высшее образование. То есть пока что не студенты, не школьники. Со школьниками у нас отдельно есть программы. На сайт заходите, есть программа School Boost. Помогаем компьютерами, помогаем интересными там, программами, подсказываем министерству, что делать. Есть вузы. Это отдельное направление, и лучше как бы, ну, ее сейчас не затрагивать. Это достаточно болезненный вопрос и долгий. То есть мы работаем не с детьми сейчас, а с их родителями. Помогая родителям, мы помогаем детям. Мы берем людей в категории 22-40 лет приблизительно, у которых есть базовое высшее образование, либо среднее техническое, и привлекаем программу. У кого есть маленькие дети, многодетные семьи, пострадавшие в результате антитеррористической операции на Востоке, и беженцы — это наши основные критерии. Дальше все, кто хочет учиться. У нас есть живая очередь, у нас будет выстроена, вы как заходите в посольство, номерок берете, вы видите просто, где вы, какой, в каком городе и так далее. Есть онлайн-тестирование, сейчас записалось там 13 000, 15 000. Где-то в феврале мы разошлем тест, это короткая ссылочка, люди получают, и они смогут пройти там легкий тест на обучаемость. Мы должны понимать, какой у него уровень и способен ли он обучаться. Бывают разные случаи, мы видели тоже людей, которые хочу, но не могу. Таким образом, начнутся, да. Знаете, більшість глядачів, які зараз нас бачать і чують, вони чекають, коли ж нарешті ми все-таки розкажемо, які перспективи у Черкас у цьому проєкті і наскільки швидко і чи є взагалі перспективи повчитися? Звісно, є. Раз я сьогодні тут і это не, как бы неспроста, я почав з того, що Черкаси – такий же регіон, Черкаська область, як і всі. Значит, 1 марта 2016 года откроется в Черкасах первый учебный центр на базе одной из городских или областных библиотек. Сегодня я был у мэра, вашего новоизбранного Анатолия Мандаренко. Нашли общий язык достаточно быстро. Я очень коммуникабельный человек, нахожу с любым почти человеком общий язык. Ну, мне кажется, что, власне, цей проект викликає интерес. Да, он поддержал. Я сейчас что делаю? Я сажусь в транспорт и еду каждому мэру. Если мэр не может, не хочет или еще что-то, я еду к губернатору и предлагаю ему выступить партнером в этом проекте. Я рассказываю все, он задает вопросы. Плюс, товарищ мэр, хочешь... Тебе разделю славу, ты станешь там мэром, который поддержит эту индустрию. Как бы мне слава не нужна, вот тебе как бы плюс один тебе как бы к славе. Ну, с психологичным подходом. Да, да. Так. Он говорит, что от меня надо? Это очень просто. Если я сказал Бондаренко то же самое. Выберите библиотеку, я даю возможность выбрать первую библиотеку. Потом это может быть библиотек несколько. Это может быть в Черкасах 3, Золотоноши 2, в Смеле. Ну, в городах, которые там не 100 тысяч, там 50 плюс населения. Выбери библиотеку, делаешь просто ремонт. Если нужен ремонт помещению, там побелить, покрасить, это коммунхоз, это для города ничего, не так много стоит. Фонд дает компьютеры, программное обеспечение, преподавателей с помощью местных активистов. Очень важно, что я провожу встречу сначала с админ ресурсом, да, с мэром и губернатором, затем встречаюсь с айтишниками города, IT-кластерами, ну, с существующими IT-компаниями, тех, кто уже программисты. Вот сегодня вечером у меня будет в Talent Hub, это coworking place, да, то есть место, где IT-шники приходят, работают, общаются. Я буду общаться уже с IT-комьюнити, с IT-специалистами Черкас. А я им говорю следующее, смотрите, я объединяю вас, объединяю там, мэра, губернатора, даю возможность всем в этом проекте поучаствовать. От вас нужна помощь как IT-волонтера, потому что этот проект, он очень социально значимый, он очень социально, вызывает сильные социальные эмоции, и, соответственно, строится все на том, что есть люди, которые хотят учиться, есть люди, которые хотят научить. При том, что менталитет страны у нас до сих пор, знаете, да, моя хата с краю, и как бы нас часто обвиняют все, что вот как бы такой менталитет, ну, так и есть где-то. Мы улучшаемся как нация, да, но все равно у нас-то есть. И тем не менее, есть только людей, которые хотят быть волонтерами, активистами, вот на примере армии, да, помощь волонтерам на Востоке, то есть показали, что у нас очень сильное волонтерское движение. А те активисты, те волонтеры — это отдельная каста, им надо отдельно работать. Но у нас большой расчет на то, что мы наберем к концу года, то есть 1 марта 22 волонтера, 22 учебных центра, у нас уже есть волонтеры. Сейчас в Черкасах уже есть люди, которые хотят помогать.
Сьогодні вечором, я думаю, ще запишеться там активістів. Ну, ви, між іншим, ще й порушуєте той стереотип. Знаєте, чомусь вважають айтішників такими закритими людьми, які кожен працює в своїй сфері і не надто прагне ділитися знаннями, досвідом з кимось іншим і когось навчати. Навіщо створювати собі конкуренцію? Я помиляюсь? І да, і ні. Значить, айті-спеціаліст, він такий от звір, як сказати. Так как я сам с этой отрасли и понимаю, причем там, примерно его мотивацию и какие у него мотиваторы. То есть эти люди, которые в основном, да, они закрыты, не скажу, что там сильно боятся конкуренции, потому что не знают себе цену. То есть человек, который профессионал, он не должен бояться. Но этот проект наш получает сейчас различную там, критику, там, комментарии, там, здоровые там, советы, нездоровые. Мы так и нормально относимся. Соответственно, говорят так, зачем вы выпустите на рынок там, этих полупрограммистов? Зачем эти полуайтишники? Зачем эти люди? Не издевайтесь над людьми. Я отвечаю просто, что все найдут свое. Люди, которые придут через наши программы, во-первых, мы будем выпускать не 100 тысяч в год, а реально там 10-15 тысяч людей, для тех, кто дойдут до конца. То есть мы привели всю Украину, но дойдут до конца, мы понимаем, не все. Эти люди тоже разделятся на категории. Кто-то захочет стать программистом, ему понравится, и мы будем помогать туда устраивать, в IT-компанию. Это там четвертая часть. Еще часть людей, которые хотят придумывать какие-то стартапы. Сейчас очень модно, ну и как бы популярно вот, придумывать свои программы какие-то, придумывать что-то, и затем как бы привлекать инвестиции, там, становиться миллионерами. То есть это все возможно. Главное желание. Есть люди, которые будут заниматься робототехникой. Мы хотим привлечь компании, как Intel Украина, вот знаете, прототипы создавать, там, какие-то там дронов. То есть люди, которые инженерного мышления. А есть те, кто скажет спасибо Brainbasket, спасибо всем, мне понравилось, но я себя здесь не вижу. И такое тоже допускаем. Поэтому люди, которые будут выходить, они никак не конкуренты существующим этим специалистам. А это люди, которые пойдут с такими вот младшими научными сотрудниками, называем это джуниор, то есть младший, джуниор-специалистами, даже он будет еще интерном. Ему, чтобы стать джуниор сильным, надо пройти там интернатуру, мы будем помогать еще устраивать такие инкубаторы, постажировка бесплатно, ну, какой-то опыт набираться. И всем места хватит. Есть те, кто хотят уехать, они уехали. То есть те, кто Украины убежал после Майдана, это там 5 тысяч где-то порядка программистов, специалистов, они уехали, их перевезли там клиенты. Но есть те, кто хотят оставаться, здесь работать, и там, если власть не будет нам мешать, они там пока что помогают, но уже видно, что есть помощь этой индустрии, то все будет хорошо. Але скажіть, будь ласка, якщо брати оцих початківців, все ж таки ви передбачаєте їхнє подальше навчання в межах України чи за кордоном? Я думаю, что все будет происходить в рамках страны. Я не сильно верю в страну, я верю в людей. Я верю в силу людей. Это очень важный аспект. Я не буду там, дальше заходить в воскость политики. Слава Богу, мы никакой политической партии не поддерживаем. Нас никто не крышует. Никаких, там, это не госзаказ чей-то. Хотя и в этом нас обвиняют. Очень важно, и там, чтобы это услышали там, и телезрители ваши, и кто смотрит ваш канал, вот, что эти люди, кто придут в наши программы, те, кто останется, те, кто дойдет до конца, они будут возможны дальше развиваться. Благодаря нашему фонду, благодаря нашим партнерам. Даю простой пример. Учить основам программирования или там, основам там, базовые навыки, как створивать программу, это старт. Вот библиотека, представьте, что библиотека в какой-то момент становится центром знаний, и там начинаешь с 9 утра до 9 вечера, ну до 8. Утром пенсионеры приходят, ветераны, это учатся компьютерной грамотности. Просто стоят наши компьютеры, 15 этих рабочих станций, они там учатся просто грамотности. Дальше английский бесплатно. Совместно с инициативой администрации президента, это Дмитрия Шимкева и Мустафы Наема, есть эта инициатива, называется Go Global. И наш президент объявил в следующий год годом английского языка. Вы знаете, что у нас проект поддерживает администрация президента? То есть лично Дмитрий Шимкин. Он был со мной на конференции, он поддержал проект. И мы решили объединить инициативу Go Global и Technology Nation. Это значит, что в наши эти же хабы, в эти 100 библиотек пойдут учить английский кто угодно. Чиновники, там, простые люди, там, неважно. То есть мы друг другу помогаем. То есть, начиная с утра, у нас будут различные секции. И английский бесплатно, программирование. Мы хотим запустить курсы по персональным навыкам, называется soft skills, чтобы человек мог
там, правильно себе на собеседовании продать потом, ну, устроиться, это очень важно. То есть мы заполняем, а люди, которые проходят через нас, они готовы будут, если не сразу работать, то пойдут в коммерческие учебные центры доучиваться, он уже будет знать, что ему хоть надо, не заплатив сразу там последние деньги, не поняв, что будет дальше. Володимир, я перепрошую, на жаль, маємо вже завершувати розмову. І останнє запитання, дуже коротка відповідь. Звідки все-таки черкащани зможуть отримати інформацію про якийсь там конкурсний відбір чи набір на навчання? Де ви плануєте її поширювати? Ну, зараз весь український інтернет знає в нашому проєкті. Ті, хто, звісно, пользователі, які пользуються інтернет, пользуються соціальними сетями, пользуються Google поисковим системам, ми є везде. Тобто набирайте Brain Basket, Brain, мозги, баскет, корзина. Кстати, знаете, почему Brain Basket? Украина всегда ассоциировалась как сельскохозяйственная страна. Bread Basket, как хлебная корзина. А мы решили, что пора становиться Brain Basket. Поэтому Brain Basket. Есть у нас сайт brainbasket.org. Там есть все. Там есть все проекты и есть ссылочка на регистрацию. Проект называется Technology Nation, технологичная нация, технологическая нация. Регистрация на сайте, пожалуйста, форма очень простая, 10 вопросов. Регистрируйтесь, мы обязательно стараемся отобрать и услышать только именно тех, кто больше всего этого достоин. Если мы кого-то случайно упустили, то у вас будет шанс записаться во вторую, третью волну. Ну а в Черкасах, благодаря поддержке мэра, который заручился своей поддержкой, надеюсь, что все будет у нас хорошо, откроется библиотека. Сегодня там дали на выбор там две. 1 марта мы все подготовим, в феврале перережем ленточку, наберем первых студентов. И дальше другие города области. Why not? Дякую вам за розмову. Спасибо. І хочеться сподіватися, що дійсно цей проект буде успішним не лише в Черкасах, в Черкаській області, а й в Україні. Ви можете навіть не сумніватися. Будемо спостерігати за результатами. Спасибо большое. Шановні телеглядачі, дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі.